как-то пока, вот на мой взгляд, мне кажется, «Спартак» немного академично играет. Ну, я уже сказал об этом, что чуть-чуть снисходительно, да. Не знаю, вряд ли это связано с каким-то настроем или еще с чем-то. Маловато движения, маловато обострения, но пока это все в рамках допустимого, да, потому что сыграно не очень много, и, возможно, «Спартак» еще раскочегарится, возможно, просто избирает вот тактику такого плавного вката в матч. Да. Алекс, можно бить, мяч под левой, уходит, ой-ой-ой, красавец! Браво! Вот это Алекс! 1-0, «Спартак» выходит вперед! Я уж думал, что упустил момент для удара бразилец, но какой же мастер, а? Какой фантазер! Просто блеск, шик, красота! 1-0, «Спартак» выходит вперед на 19-й минуте встречи. Ну и, я не знаю, тут можно аплодировать, восторгаться как угодно. Какие угодно эпитеты вот в адрес Алекса говорить, этого все будет мало. Ну, как играл «Спартак» академично, такой и гол получился, профессорский. Ну, такой Алекс, по-моему, забил, если не ошибаюсь, ворота «Амкара» в первом круге, когда тоже так поймал вратаря и перебросил через Нарубина. И вот сейчас просто шикарный гол. Ну, давайте посмотрим еще раз. Уходит. И вот здесь, казалось бы, уже можно бить. Пауза. Просто мхатовская. Ой-ой-ой, красавец. Ленгел, смотри, рукой еще хотел мяч выбить. Но хорошо, что не выбил. А то просто лишил бы нас радости такого красивого забитого мяча. В основном, да. Ну, он последние два тура пропустил. Ростов переходит.